Карла Маркса, 13. Смотрите и не говорите, что вы не видели. Это бывшая стратосфера. Это Иркутский краеведческий музей. А вот там за ним так называемый нархоз. Анонс. Вот это место. Все запомнили? Итак, сегодня 1 октября, день первый. Ровно через 10 дней здесь произойдет одно знаменательное событие, о котором я вам доложу сегодня вечером подробнее. А пока, но место запомните. Называется музейная студия Иркутский областной краеведческий музей. Итак, рассказываю. А я сподобился на выставку с огромными-огромными сомнениями и, как всегда, проблемами. Я не умею эти выставки делать, хотя планов и идей очень много. Я как-то давно поделился своими идеями с Юлией Константиновной Стременецкой. И вот она мне позвонила и предложила сделать выставку в октябре. Осталось 10 дней. 10 октября мы ее должны здесь открыть в 18:00. Как минимум, это будет просто выставка с названием «Иркутские зарисовки». Если я успею, если смогу, если будет в моих силах, то я все-таки ее хочу сделать по особому сценарию. Об этом я расскажу отдельно в соцсетях и на специальном сайте. Выставка необычная, как я предполагаю. Я ее называю интерактивная. Еще было в названии слово «мастер-класс». Тот формат, в котором сейчас проходят выставки, мне непонятен, меня не устраивает. Когда выставку открывают, и потом она стоит почти пустующая, я очень хочу и надеюсь, что я на выставке буду практически каждый день присутствовать. Но если не каждый день, то хотя бы через день. Буду, заявлю, напишу сегодня список мастер-классов, на которые можно приходить. Все это мы будем обсуждать. Я очень надеюсь, что будут заинтересованные люди. Потому что смысл что-то вообще выставлять и показывать имеет только тогда, когда это есть те, кому это интересно. Если я почувствую, что это кому-то интересно, я готов работать, готов рассказывать. А сказать есть очень много, тем будет очень много. Ну, короче говоря, 10 дней у меня осталось. Да, собственно, не 10, а неделя. Потому что там уже буквально 10-го открытия, а развешивать-то надо уже дня за три. То есть, по сути дела, у меня неделя. Сейчас я буду активно готовиться. Дел очень много. Если кто-то желает как-то оказать помощь, хотя я не представляю, какая может быть помощь мне. Я сам не знаю, что мне надо. У меня так много всего. Ну, короче говоря, идею я изложу. А сейчас я здесь был для того, чтобы показать это место. Все его, наверное, узнали. И начинается отсчет дней этого, в общем-то, необычного для меня события, по ходу подготовки к которому я буду с вами советоваться, делиться, отчитываться. Все, пока. 1 октября 2019 года.